Благодаря новой камере Sysnay Compact 2 с кабельным барабаном и монитору с цифровой записью CS6PEC вы получаете долговечный переносной набор, обладающий высокими эксплуатационными качествами. Видеокамера с кабельным барабаном Compact 2 оснащена проталкиваемым кабелем длиной 30 метров и идеально подходит для осмотра трубопроводов диаметром от 40 мм. Сверхкомпактная головка видеокамеры с самовыравниванием устанавливает эталон эксплуатационных качеств. Обладая самой компактной конструкцией среди конкурентов, камера выводит четкое изображение, резкие снимки и легко преодолевает крутые повороты. Камера Compact 2 также оснащена линейным передатчиком или зондом, который может быть обнаружен с помощью приемника Ridget, что позволяет точно определить местонахождение камеры. Камера Compact 2 работает со всеми мониторами Sysnay. Она оснащена быстроразъемной системой стыковки для подключения к монитору с цифровой записью CS6PEC. Вместе эти компоненты образуют систему, которую легко перевозить, быстро устанавливать и эффективно использовать. Монитор CS6PEC можно установить под требуемым углом, что обеспечивает оптимальный просмотр изображения во время работы. Также его можно быстро отсоединить и снять с барабана видеокамеры. Монитор CS6PEC записывает статичные изображения и видеоролики непосредственно на USB-флешку и автоматически генерирует высококачественный отчет для клиента. Отчеты имеют специальную структуру и профессиональный дизайн, что повышает вашу репутацию. Заказчики могут просматривать статичные изображения или просматривать видеоролики с высоким разрешением, просто нажав на них. Монитор CS6PEC поставляется в комплекте с программой HQ, которая позволяет редактировать формируемые CS6PEC отчеты и предоставлять их в различных форматах, в том числе в печатном виде, DVD или онлайн. Более подробная информация о мониторе CS6PEC и видеокамере Compact 2 на сайте Ridget.com или у официального дилера компании Ridget.